10 детонаторов пытался пронести на борт самолета пассажир рейса Иркутск-Бодайбо. На посту досмотра у инспектора авиационной безопасности вызвал подозрение металлический цилиндр в багаже 33-летнего жителя Бурятии. При досмотре оказалось, что цилиндр заполнен множеством капсулей детонаторов промышленного производства. Откуда у пассажира опасный груз, он не смог ответить. Во время следствия задержанный пояснил. Боеприпасы украл на предприятии. Кроме того, мужчина был ранее судим за хранение наркотиков. По заключению взрывотехников, данные детонаторы требуют определенных условий перевозки, хранения, ну и, соответственно, использования. Могут быть, скажем так, приведены в боевую готовность и осуществить взрыв при малейшем контакте, либо какой-то срезке. А вообще их используют где? Вообще их используют при производстве взрывных работ, ну, в нашем регионе, при проведении каких-то земляных работ. Уровень профессионализма работников таков, что, в общем-то, подверглось сомнению. И в итоге, в конечном итоге, это оказалось, что это очень серьезный, так скажем, предмет, который был или представлял собой опасность, ибо это было большое количество боеприпасов упакованных, не упакованных соответствующим образом. И если бы данный предмет оказался на борту воздушного судна, то это привело бы неизбежно привело бы к авиакатастрофе, естественно, с большим последствием негативным. За попытку перевоза опасного груза жителю Бурятии грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Незаконный оборот взрывных веществ». Инспектора службы авиационной безопасности Иркутского аэропорта Андрея Пушмина, который проявил бдительность, сотрудники полиции наградили.